Главарь остатков сепаратистов в Карабахе Раик Арутюнян заявил, что присутствие российских миротворцев в Карабахе должно носить не временный, а постоянный характер. Об этом он заявил на встрече с жителями Акдаря в Мартакерт. «Мы не в состоянии обеспечить безопасность и мир самостоятельно. Если бы российские войска не вошли в регион, то наша судьба сложилась бы иначе», — подчеркнул Арутюнян. Комментируя обвинения в предательстве, Арутюнян заявил, что никто ни в чем не виноват, добавив, что просто воевать пришлось целым миром, имея ограниченные возможности. Дальше главный сепаратист вещал о проекте стоимостью в 25 миллионов долларов. В частности, речь шла о строительстве гидроэлектростанции на участке Чариктар-Гетар. Он отметил, что проект имеет жизненно важное значение, поскольку без собственного производства электроэнергии уже к ноябрю 2025 начнутся зимние веерные отключения. Также он заявил о строительстве гидроэлектростанции Сарсанг-Матакис стоимостью в 45 миллионов долларов.